то оружие, которое и должно быть у Николая Валуева. Естественно, и очень легко прочитал ее Николай Валуев. Мы Хэй нас интересует в меньшей степени. Перекрыт вот эти атаки читает Николай Валуев очень хорошо. Перекрыт он левой. Дон, Кинг, великий, ужасный. Не стоять, не ждать. Ну, нужно все-таки постоянно под прессингом психологическим дергаться вперед. Обязательно будет. Эпизод был за Хэйм. Тут же джебом в открытую голову. У Валуева преимущество. Она сближается, естественно, не настолько, насколько хотел. А настолько, насколько нужно Николаю Валуеву. Дергает, дергает Хэй. Естественно, он это делает. С другой стороны, и слишком рьяно за ним ходить не нужно. Висок зацепил, зацепил. Ну, есть удачное действие. Для того. Вот этот удар. Комбинации нужны, конечно же, и правильно кричит тренер Николай. Идти влево от себя. Да, он может обмануть, пойти вправо. Этим элементом народ вправо. Ведь в конце концов, если не дойдет ни один удар до цели. Дайте ему сходить за этим титулом и встречать. Ну, не знаю. И доиграться так можно вполне очень немного. И уверен, его прочувствует. Читаемо. Николай Валуев перекрылся, а мог встретить в данном эпизоде. Клинч. Когда на него навалится... На плечи, на руки. Чуть акцентированный джеб. Всяческий риск пытается Николай Валуев исключить, перейти в атаку. Не бесшабашную, конечно же, но опять-таки можно нанести. Вот как сейчас поймал. Поймал наконец-то на встречном движении. Пусть. Но это мы все увидим, наверное, раунда 7-8. О! У него были удачные моменты. И пока Николай достать. Хэй чуть-чуть теряет. Он заигрывает. У него есть такая особенность. Он бывал на полу и в победных поединках в том числе. Ну вот, предлагает. Экономить силы значительно лучше, именно с левой. Снова вот удачное действие, потом отходит Николай и немножко, то что называется, проморгал. Мастерства, я имею в виду удар, он в учебник не войдет. Достать его, когда Хэй делает прыжок назад, отскок, не представляется возможным. Абсолютно не позволить... Как дистанцию пройдет, не пройдет, и потом опять уходит. Николай, по сути, и не делает раз за разом.
четкий джекпот в данном случае пропал. Валится Николай, это совершенно не нужно. Кто старается украсть танцов. На счету Дэвида Хэбблэй побольше. Можно было на этом его поймать. А там смог бы уйти вправо. Немножко уже иногда дистанцию не прочувствует Хэй, но и Хэй по-другому. Ну, и участие. А не смог бы сошлись с боксом, сразу разнимают. Ну, это тоже непорядок. Сейчас выплескивает на ринг. Вот поединок в центре ринга. Ближе подходить. Рисковать. Ничего тут не поделаешь. Да, будет бегать Хэй, а это понятно. Конечно, хоронить нельзя ни в коем случае Николая. Нет, нет, он... Что там страшного не было, так просто показалось, что повело Николая. В этой водичке-то и нужно было попытаться поймать. Заставит, наверное... Вот где нужно рубиться было. Вот в этом раунде нужно было рубиться. Winner by majority decision from London, England, the new 116-112, два судьи в пользу британца Дэвида Хэя. Он становится новым чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. И вот теперь он показывает, насколько он счастлив.